в детстве лежал, вот, на земле. Как оказалось, мужчину нашли лежащим на земле. Он мирно спал. Про крышу работники больницы услышали только от нас. Откуда пошел слух, никто не знает. Ведь доступ туда закрыт даже для самих сотрудников поликлиники. Мы сами не можем попасть на крышу. Через окошко только можно выходить вот на эту крышу. А ту крышу выходить можно через четвертый этаж. Там у нас замок висит. Где нашли мужчину, это дело второе. Главное, без помощи он не остался. Медперсонал сработал быстро и по всем правилам. Его перенесли в кабинет неотложной помощи. Сразу была вызвана скорая помощь и сразу была информация передана в полицию. Врачи осмотрели пациента, все жизненные показатели были в норме. Единственное, он был сильно пьян. При себе документов не имел, поэтому медики не смогли найти родственников, чтобы они его забрали. Ситуация разъяснилась, когда приехала скорая. Фельдшеры узнали в мужчине своего постоянного клиента. Данный пациент уже знаком нашим сотрудникам, потому что неоднократно к нему выезжали в разные места города. Этот пациент без определенного места жительства, не работающий. После проведенных обследований нашей бригадой была вызвана бригада полицейских, которым был передан данный пациент. Личность мужчины установили полицейские. Он ни по каким ориентировкам не проходит, в розыске не числится. Более того, имеет прописку. Почему бродяжничает, неясно. Мужчину отпустили. Теперь только ему решать, куда пойти, домой или на улицу. Алсу Арсланова, Максим Липин, Марсель Джураев. Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».